Алекс, удар поворота. Ну вот за этим его и брали в команду. Ну вот именно за такие заслуги его в команду и брали. Ну наконец-то увидели мы, что умеет делать Алекс. Увидели блестящий абсолютно удар со штрафного. Алекс, не знаю, один раз уже не забил. А второй забил. И сразу парскнул за мячом. И побежал ставить его на центр поля. Ну, видимо, Алекс обрадовался от того, что он пошел такой. Такая вот и Алекс 2-0. Ой-ой-ой. Сейчас проспали, просто проспали. То ли так Алекс заворожил не только нас, да, и телезрители, но и защиту Амкара своим дриблингом. Про него просто-напросто забыли. 2-0. Вот Алекс на исполнение. Какой гол шедевральный забивает Алекс. Просто шикарный. По-итальянски это называется кукьяйо, чайная ложечка, которой насыпают в кофе сахар. Вот так вот насыпал за шиворот сейчас на Рубину. Но это просто украшение, конечно. Подходит к концу первый тайм. Конечно, очень хотел сейчас Спартаку забить. Момент. Удар поворотом. Гол! 2-1. Только сказал и пожалуйста. Мяч оказывается в воротах после удара Алекса, я так понимаю. Причем с правой. Но он, оказывается, и справа бьет в девятке 4-1. Но сейчас грех было не забить. Никто вообще никого не держал в обороне у Томска. Про черепаху анекдот. Да. Наоборот, бьет Алекс 2-0. Бьет Алекс 2-0. Слушай, ну это он положил, конечно, на исполнение. Он отбил стенку. И он перехитрил Киржакова. Он уже так и угол пробил, да? Да, мне казалось, и, наверное, Киржакову тоже, что сейчас будет Алекс стенку перебрасывать, бить верхний угол над стенкой. А Алекс взял и по-вратарски пробил в нижний угол.